Первое правило бойцовского клуба – не говорить о бойцовском клубе. Ни один человек не испытает восторга, узнав, что с завтрашнего дня он переходит с пельменей на проращенную лебеду. Поэтому не делай программных заявлений о том, что теперь вы будете питаться по-новому. Начни с приготовления чего-то привычного, но сбалансированного. Например, закажи в сервисе шеф-маркет линейку семейного меню. Тебе привезут продукты и фоторецепты к каждому из ужинов. Ни один из них на первый взгляд не похож на зожный, наоборот. Все блюда знакомы и привычны. Однако в спагетти с куриными фрикадельками всего 145 копеек кал на 100 граммов, а в котлетах из индейки в хрустящей панировке – 134 копейки кал. Блюда сбалансированы, над их созданием работали не только шеф-повара, но и нутрициологи, так что вполне могут считаться первым шагом к здоровому питанию. Очень аккуратным шагом, после которого можно заказать, допустим, линейку фитнес-меню. Спагетти с куриными фрикадельками от шеф-маркет, если твой муж или бойфренд уважает жареное мясо. Попробуй изменить способ приготовления блюд. Купи сковородку-гриль с толстыми стенками, желобки в ней позволят маслу стечь, а значит, снизит калорийность блюда, оставив вкус привычным. У этого способа готовки есть только один минус – гриль дымит как следует. Поэтому проверь, чтобы вытяжка в твоей квартире хорошо работала, а дверь в кухню закрывалась. Иначе предпосылками к ЗОЖ будет пахнуть не только ваш ужин, но и волосы, и одежда. Не в половину и даже не на четверть, а совсем не намного. Например, пусть стейк лосося весит не 250 граммов, а 200. Чтобы он не смотрелся на тарелке сиротливо, увеличь порцию гарнира, например, брокколи, картофельного пюре с сельдереем, зеленого горошка, огурцов, помидорок черри. Лайфхак – замени салатную заправку. Пусть вместо оливкового масла будет, например, соевый соус. Или лимонный сок и горчица, потому что в 2 столовых ложках любого масла примерно 170 копеек кал. Лайфхак, который известен дольше, чем группа Aerosmith и сериал «Скорая помощь». Человек ест конфеты и другую неполезную еду, когда видит их перед собой. И если дома всегда в доступе зефир, изюм в шоколаде и мороженка, не сомневайся, они будут уничтожены, а о здоровом питании можно будет забыть. А вот если нужно встать, одеться и дойти до магазина, где продаются конфеты, велика вероятность, что человек заленится и никуда не пойдет. Воспользуйся этим и не храни дома сладости и джанк-фуд. Не секрет, что человеческий мозг реагирует на яркие вещи быстрее. Если хочешь обратить внимание близкого человека на здоровую еду, например, нарезанную морковь, сельдерей или миндаль, положи ее в яркую вазочку или контейнер. Важный момент, орехов должно быть немного, так как в 100 граммах миндаля содержатся не только полезные жиры, так необходимые для получения энергии, но и 609 копеек кал. А в фундуке – 651 копейка кал. Правильное питание у многих людей, вне зависимости от гендера, ассоциируется с ограничениями: несоленая овсянка на завтрак, куриная грудка на обед, творог на ужин. Даже концерт 10-го состава группы «Стрелки» на этом фоне выглядит веселее. Попробуй не рассказать, а показать мужу или бойфренду, что здоровая еда не такая уж унылая, приготовьте что-нибудь вместе. Например, рулеты из индейки с кабачками и брокколи, он будет резать мясо и зеленый лук. А ты, кабачок тонкими полосками и скручивать красивые рулеты. Порция еды получится огромной, 800 граммов, но легкой, 57 копеек кал на 100 грамм. А совместная готовка сближает.